Итак, у нас сегодня с вами вебинар для новичков в первый день каталога, с чего начинается наша работа. Хочется поделиться с вами радостью. У нас открылось три новых старших директора по итогам прошлого периода. Это здорово, это классно. Сейчас у нас период будет 3 недели идти. Желаю всем роста. Рост прям многообещающий по началу каталога. И я вам честно скажу, что если вы всех отработаете по акциям новичка, которые сегодня с утра у нас были, если вы будете активно рекрутировать, звать людей в свою команду, то все у нас с вами будет хорошо. Итак, да, я вас всех поздравляю с отличнейшим подтверждением, потому что мы реально очень хорошо подтвердились, и, вы знаете, неожиданно хорошо, и меня это очень-очень радует. Конечно, все мы с вами молодцы, это все благодаря вам. Спасибо вам за веру в себя, за веру в компанию, за веру проекту. Конечно, мы стараемся сделать все самое необходимое от себя в первую очередь для вас. Итак, разрешите представиться. Зовут меня Аня Кононова, кто меня не знает. Мы в открытом звании международных директоров, в подтвержденном звании старших национальных директоров. Пришли мы на проект в 2014 году, в конце. И вот сейчас мы уже открылись в звании драгоценных директоров, да, вот, и вас, конечно, научим обязательно, да, вот, и давайте же с вами начнем с самого начала. Сегодня у нас с вами вебинар для новичков, мы раскладываем работу по полочкам, и первое, что нам нужно понять, это, конечно, мы начинаем с головы, да, мы начинаем с головы, потому что многие к нам приходят на проект за деньгами, но не все знают, что мы все работаем с вами официально, легально, с уровня заключения договора с компанией у нас начинает идти самый настоящий трудовой стаж, то есть ни одна пирамида с нами рядом не стояла, и, конечно же, работа по найму тоже меркнет, да, по сравнению с нашими возможностями, потому что у нас с вами неограниченный карьерный рост. Вот. И, конечно же, мы с вами сейчас обсудим вкратце нашу специальность. Мы называемся с вами все менеджерами сетевого бизнеса, которые занесены в государственный реестр всех профессий. Также мы с вами будем уметь учиться организовывать, продвигать, управлять и обучать. То есть, обратите внимание, не продавать, а управлять и обучать. И это очень важно именно для построения бизнеса. Итак, значит, сейчас мы с вами перейдем к теме, за что платит компания. А пока мне хочется сказать, что профессия сетевого бизнеса теперь преподается в крупных вузах мира, в частности и в России, что очень приятно. Раньше люди ездили за границу обучаться этому, везли сюда инструкции в Россию, да, продавали все эти инструкции платно. Теперь мы сами можем обучаться, если захотим. Вот. Ага, Анжелика, помню, с утра меня не было слышно, днем, скорее всего. Итак, самое основное, что нам нужно понять, это компания платит нам за созданный товарооборот. У нас с вами 19 каталогов в этом году, и значит 19 зарплат. 5 каталогов по 2 недели и 14 каталогов по 3 недели. Также мы с вами, я уже говорила, белая зарплата, стаж и постоянно растущий доход. Мы зарабатываем с вами от 3 до 23% в зависимости от товарооборота нашей структуры. Вся наша группа – это все, кто зарегистрирован не только вами и нами, но и вашими лидерами в вашей команде. Чем больше структуры, тем, собственно, больше будет у вас оборот. Ну, конечно, нужно учиться правильно строить свою структуру. Для этого я вас приглашаю каждый вторник на правила построения, чтобы вы могли понимать, как вам строить лучше, чтобы выплаты были хорошие и чтобы стабильность у вас была. Да, и, конечно же, для начала мы с вами разберем додиректорский маркетинг план. Так, сейчас минуточку, я включу рисовалочку и будем с вами смотреть. Вот смотрите, вы пришли на проект, к примеру, да, сделали сами лично 50 баллов. Так, минутку. Сделали лично сами 50 баллов. Так, не берется, не берется. Да, так, не хочет.
Так, ладно. Смотрим, да, консультант. Да, если вы консультант, то вы на 3%, вы сделали лично 50 баллов, и под вами сделали 50 баллов. 50 до 50, получается 100, и вы уже на 3%, вы получаете такие вот выплаты. Как вы видите, табличка в выплатах у нас с вами в основном в тех странах, которых всех больше на проекте, да, это Турция, Молдова, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Россия и Украина. Далее, что хочется сказать, это старший консультант, это уже когда вы сами сделали 50 баллов, да, под вами 150. Суммарно получается 6%. Зарисовала, кстати. Вот. Далее также 9% это самая такая шикарная ступень, потому что уже 600 баллов, да, обратите внимание, вы прям в 3 раза будете вырастать, и понятно, что и выплаты тоже вырастают у вас в 3 раза, да, смотрим вот на эти вот выплаты. Да, и, конечно же, и так далее, и так далее. Самое шикарное, это, конечно, мы все с вами собрались тут стать директорами. Директор – это 3000 товарооборот, то есть 2950 ваших и 50 вашей группы и 50 ЛО, да, личного оборота. И вы получаетесь на 23% и будете получать свои выплаты. Обратите внимание, что вот это все, это у нас с вами выплаты на структуру. Поэтому приглашаю вас на маркетинг-план посчитать. Скажите, всем ли все понятно? Задайте, пожалуйста, вопросы. Перед вами сейчас моя распечатка, вижу, плюсики пошли. Если что, задавайте вверх во вкладочку «Вопросы», где сейчас там циферка 1. Обязательно туда пишите вопросы, я буду заглядывать. Да, если будет циферка 2, я загляну, отвечу после окончания какого-либо блока по вебинару. Итак, значит, обратите внимание, что у нас тут. Да, смотрите, первый каталог я зарегистрировалась под конец каталога, да, вот дата моей регистрации. А второй каталог мне чуть-чуть не хватило до 3%. А, и на третий каталог я получила свои первые денежки, потому что сделала 50 баллов, да, и потому и вот они мои первые выплаты. Да, и вот таким вот образом сейчас мы старшие национальные директора, распечатка уже не помещается, если честно, да, и вот последние выплаты, которые тут у меня указаны, это уже подтвержденный уровень бриллиантового директора, это 6 директоров под вами уже, и вот такие вот шикарные выплаты, 231 491 русский рубль, да, я думаю, к этим выплатам стремятся все, и этого мы добились, как вы видите, меньше, чем за 2 года, если взять суммарно вот эти вот все каталоги, поэтому все в наших с вами руках. Привет, Леночка, да, поэтому все у нас с вами в наших руках, и, конечно же, мы с вами растем и не переживаем ни за что. Как вы поняли сейчас, что все наши выплаты начинаются от нуля, и в итоге мы с вами начинаем зарабатывать намного больше, чем на работе по найму. В выплатах есть накопительный эффект, так же, как и в работе. Растет ваша группа, растут ваши доходы. Например, в вашей структуре зарегистрированы 50 человек, которые делают заказы по 50 баллов. И 60 на 50 получается 3000 баллов, и вы уже директор. Да, вы уже директор. Главное этих людей правильно расставить, да, вот. Остальное все в наших руках, вот. Итак, о выплатах поговорили, о том, как строится, поговорили, а теперь мы с вами обсудим тему, как и куда перечисляются наши деньги. Первое время наши деньги будут поступать на наш личный счет, регистрационный номер в кабинете Faberlic, и мы можем их использовать, оплачивая личные заказы до 65% от суммы заказа, если, конечно, такая сумма на счету заработана и имеется. В последующем, как правило, с уровня вице-директор 1500 баллов, после заключения договора с компанией, деньги будут перечисляться на расчетный счет в банке. Итак, дорогие участники вебинара, если у нас директора, если у нас лидеры от 3%, напишите, пожалуйста, мне сейчас в чат свою страну, свой процентный уровень и свои выплаты. Если это не в рублях, так и подписывайте гривны, тенге, леи и так далее, да.
Вот, огромная к вам просьба. Вот, значит, как мы с вами поняли, компания платит нам как часы. Никогда никаких задержек не бывает. Обычно это бывает в среду, в четверг, первое от начала каталога. Если же у вас не заключен договор с компанией, то денежки перечисляются прямо в час ночи, в первый день от начала каталога. Да, угу. Спасибо огромное. Директоров, смотрю, на школе нету, да? Ага. Ну так что, давайте пишем, пишем. 94 человека на школе, давайте будем писать. Буду вам очень-очень благодарна. Выплат пока нет. Ага, бывает. Так. Ой, девочки, огромное вам спасибо, огромное вам спасибо. Да, вот, молодцы. Вот, и значит, о чем мы с вами сейчас поговорим? Так как компания работает официально и легально, у меня часто спрашивают: Яндекс кошелек, Киви кошелек. Вот вы знаете, нет, тут мы открываем расчетный счет банка, и деньги падают именно на расчетный счет банка. Из банка мы уже договариваемся переводить. Да, у нас перевод на карточку абсолютно бесплатный, 0 рублей, то есть с расчетного счета на карточку мы в банке сказали: нам, пожалуйста, переводите. И как только денежка приходит, приходит на расчетный счет банк, буквально 15 минут пибикает смс, что поступили деньги. То есть банк сам все переводит, сам все делает. Да? Спасибо, огромное спасибо вам, дорогие девочки, дорогие коллеги. Вот. И, конечно же, давайте с вами поговорим о самом главном. Мы поможем строить вам вашу структуру, если вы выберете систему «Турборост». Но, конечно, как поможем? Да, когда новичок активируется, то он должен понимать, что если он пошел по системе Турборост, он активировался, то это не значит, что под него начнут строить прямо в день по 10 регистраций. Нет, 1-2 регистрации. Все мы растем потихоньку, помаленьку. Никто очень быстро на директора не выходит. Самый быстрый результат у нас с вами... как даже сказать, не результат, а рекорд, даже я бы сказала, директор за 53 дня. Все равно это время, да, человек 53 дня интенсивно работал, прям с утра до вечера, и поэтому у него такой результат, да, вот. Для роста в проекте мы выбираем сами с вами один из вариантов, да, сотрудничества. Фаберлик онлайн рост и Фаберлик турбо рост. Активация номера в течение 72 часов – это как раз по турбо. Различие между системами в том, что вы решаете сами. Хотите, чтобы ваш наставник вам помогал регистрациями, тем самым приумножал ваш рост на первых порах обучения. Если хотите, конечно, вам нужно обязательно активировать свой номер минимальным балловым заказом, то есть сделать и оплатить заказ в течение 3 дней. А такая срочность в первый раз, а потом вы уже сами будете решать, когда вам делать заказ, когда вам его оплачивать и так далее, и так далее. А почему такая срочность? Давайте с вами об этом поговорим, потому что когда вы приходите на проект зарабатывать к лидеру, лидер-то ведь уже хочет зарабатывать, вы еще только обучаетесь, и у него уже структура, и он не может долго ждать, да, у нас с вами идет бинарное построение, да, то есть вы приходите на проект, одну веточку под вами строит лидер в большинстве случаев, да, бывает такое, что и не строит, но это бывает очень редко, а вторую веточку ведете вы сами. Так вот, лидер понимает прекрасно, что ему нужно провести как минимум 10 регистраций в одну веточку в каталог. Ему очень хочется это сделать, да, и, конечно же, просит вас активироваться поскорей. Поэтому не обязательно ждать 72 часа, лучше сделать это в первый день регистрации. Кто знает, может быть, в этот же вечер после регистрации под вас еще одна регистрация упадет, и вы уже будете знакомиться с новичком своей структуры, хотя сами новички, да. Поставьте, пожалуйста, плюсики, все ли понятно. Значит, еще что хочется сказать. Наставники помогают расти максимум до 9%, вам до 9%. То есть, если под вас
Если вы активировались, то наставник под вас начинает регистрировать людей. Вот. И потом вы выходите с помощью этой веточки на директорство. То есть вы получаете не директорскую ветку в подарок, да, как многие пишут, а вы получаете команду, которую обучил вам наставник, и потом вы ее будете вести сами и обучать сами. Но на первых порах мы все равно вам помогаем стартануть. Да, потому что на проекте есть программа «Быстрый старт». Если вы открываете директора, не считая каталога регистрации за три каталога, да, то есть три каталога – это 63 дня работы, компания вам дополнительно платит денежку. Конечно же, мы за обеими руками, за скороспелых, быстрорастущих директоров. Да, быстрых стартов у нас на проекте взято много, и статистика гласит о том, что это все реально, поэтому растите, ни в чем не сомневайтесь, становитесь директорами. Вот. То есть, дорогие лидеры, которые пошли по турборосту, напишите в чат слово турборост, чтобы я видела, много ли нас с вами, потому что я переживаю, всем ли все понятно. Вот, обязательно, да. И через 72 часа после вашей регистрации наставник постарается провести под вас новичка. Ага, молодцы, молодцы. Наставник пытается провести под вас новичка. И если регистрация не проходит, значит, вы сделали. Если регистрация проходит, да, простите, значит, вы сделали и оплатили. Если не проходит, значит, вы не успели оплатить заказ в срок, да. А что это значит? А у нас очень часто бывает такое, что новичок сделал заказ, оплатил его, но забыл зайти в кабинет и нажать кнопочку «Оплатить заказ». Вот это очень важно делать. Вместе с баллами наставника. Вот мы так подумали, решили, что вместе с баллами наставника. Вот. Но обычно, если под вами наставник строит людей, эти люди растут потом дальше очень хорошо. И информационно их только остается поддерживать. Да. Информация все равно с вас нужна, да, лидеры, которые растут. Поэтому обучайтесь, обучайтесь. Вот, турборост, молодцы. Ой, а вот и директора на школе появились. Старшие директора. Да, так, я зарегистрировалась вчера после вебинара, сделаю заказ и все оплачу. Замечательно. Да, лучше не заставлять Эля наставника ждать. На самом деле, пусть он поскорее строит свою веточку, пусть и вы поскорее с ним вместе растете. Да, вот, значит, обязательно, если вы положили денежки на счет Фаберлик, да, вам нужно зайти в раздел «Мои заказы» и нажать кнопочку «Оплатить заказ». То есть Фаберлик без вашего ведома не возьмет ваши денежки никогда. Когда проплата не проходит, в течение 72 часов вы растете самостоятельно. То есть то же самое, просто веточку под вами никто не отстроит. То есть вы ведете самостоятельно две веточки. Итак, первый вариант по системе Турборост – это когда новичок активирует свой регистрационный номер в течение 72 часов. Вот минимальная сумма сейчас у нас с вами на экране. Эти суммы будут еще и в записи этого вебинара. Запись вебинара будет в открытом доступе на моем канале YouTube, поэтому не переживайте, можете снять скриншот, можете попросить в чатах для коллег Фаберлик этот вебинар и так далее, и так далее. То есть, как вам будет удобно. Далее, значит, конечно же, всем новичкам нужно обязательно рассказывать про подарок новичка, про программу Фаберлик Клуб, про стартовую программу и про VIP-привилегии. Потому что у нас к нам на данный момент приходит очень много VIP-консультантов, которые прям, да, новичок пришел и в первый каталог регистрации делает 100 баллов, если ему лидер все понятно объяснил. Это делать не обязательно, но подарок новичка я бы вам рекомендовала забрать, потому что в этом каталоге очень шикарный подарок новичка. Это тушь, помада и жидкие тени. Все очень хорошего качества. Помадки у меня вот, кстати, под рукой, да, обе я их так и не убрала сегодня после утреннего вебинара. Эта помадка, да, у меня вот сейчас на губах, она мне тоже очень нравится. Утром я одной накрасилась, а вечером я уже накрасилась другой.
Вот. Значит, очень хорошее качество подарки. И, конечно, три подарка дарится редко, поэтому прежде чем делать активационный заказ, подумайте, а не сделают ли вам на 200, на 300 рублей побольше, но за это получить три подарка. Да, тушь хорошая, объемная, но она идет без ухаживающих компонентов. Да? То есть, допустим, если вы пользуетесь линейкой Secret Story, вы почувствуете, что когда вы красите реснички каждый день этой тушью, у вас реснички стали больше, пушистее, еще что-то. Да? То есть она ухаживает. Это тушь простая, да? То есть с красящим пигментом и все. А тушь идет на выбор, там будет зеленый, синий, черно-коричневый, хаки цвет, угольно-черный, то есть какую вам нравится, да, вы будете тушь выбирать. Помада тоже цвет на выбор идет, и тени для век тоже цвет на выбор идет. То есть вы будете в каталоге номер 9 уже забирать три подарка на выбор, да, сами будете выбирать на предпоследнем шаге заказа. Порошок в подарок, да? Значит, Настя, будешь забирать порошок и как раз можешь выполнять условия на второй шаг стартовой программы. Далее, значит, давайте подведем с вами под итог. Турборос – это вы получаете бесплатное обучение, рекрутинговый сайт вам выдается в подарок. Так, минутку. Рекрутинговый сайт в подарок, я вам сейчас его покажу. Я вам сейчас его покажу, чтобы вы его посмотрели. Да, вот, пожалуйста, посмотрите, какой сайт. Да, то есть мы для людей, которые хотят быстро расти, в принципе, сделали все условия. Сделали все условия для того, чтобы вы на самом деле стартанули, да? Стартанули хорошо, и даже вот вы знаете, у нас люди, которые не умеют и не разбираются в интернете, получив свой готовый сайт, получив инструкции видео о работе под чутким контролем наставника, если люди хорошо много задают вопросов на любые темы, которые им непонятны, на самом деле быстро хорошо растут, да? Вот, и, конечно же, под итог, да, рекрутинговый сайт, и получаем поддержку наставника в построении структуры. Наставник может вести под вами одну веточку сразу же, да, вот бывает такое, что вот мне недавно написал лидер, по-моему, Ольга Лапченкова говорит: Аня, у меня сегодня было три регистрации, и мне больше регистрировать некуда. Никто не активировался, да, то есть, и пока она ждет 3 дня, а ей пришлось еще одну ветку открывать, да? Вот, потому что она зарегистрировала в две свои, в ветку наставника, и еще некуда больше было девать. То есть вот такой вот прям огонь новичок, да? Вот так у нее получилось. Поэтому, конечно, не задерживайте наставников, активируйтесь, не тяните 3 дня. Вот, и вариант номер 2. По системе онлайн-рост. Все то же самое, просто вы не делаете заказ в течение 72 часов. Но правила компании гласят о том, что ни вы сами под себя, ни ваш наставник не сможет под вас зарегистрировать человека, пока вы не активировались. Все равно, если вы настроены на бизнес и хотите, чтобы под вами росла структура, вам нужно сделать активационный заказ. Это правило компании, под которые уже подстраиваются все лидеры интернет-проектов Iberlic Online. Значит, если вы не успеваете, то вы также получаете абсолютно бесплатное обучение. Платного обучения у нас нет, да, то есть никогда, ни на каком этапе, даже если вам кто-то в соцсети напишет: здравствуйте, я лидер проекта интернет-проекта Фаберлик Онлайн, я продам вам обучение, не верьте, никто обучение никогда не продает. Поддержку со стороны своего наставника в информационном плане, то есть он также вас будет сопровождать, он также вас будет обучать, и все у вас будет хорошо. И рекрутинговый сайт вы сможете тоже получить, но после LO50 оплаченных баллов. Да? Далее, значит, чтобы получать выплаты по маркетинг-плану, нужно делать лично 50 баллов. Я думаю, вы это уже поняли. И вот перед нами с вами как раз вот это вот та самая табличка, когда мы с вами уже по-другому немножко на нее смотрим, потому что, как вы видите, очень часто новички приходят на проект и говорят: у меня нет денег делать 50 баллов. Ну, дорогие мои, мы вас не заставляем, мы вас просим активироваться, забрать заказ и забрать подарки, да, по программе Faberlic Club, по программе новичка. И
У меня нет сайта. У кого нет сайта, пишите своим наставникам, пишите своим директорам. Если вы активировались в течение 72 часов, пишите. Обязательно пишите. Если вы мои новички, тоже мне пишите обязательно. У меня бывает такое, что я не могу всех отследить, потому что у нас очень много новичков. И, конечно, это здорово, да, это очень здорово. Вот, значит, так, о чем я хотела с вами поговорить. Так и расстроилась, что у кого-то сайта нет. Обязательно получайте. Кстати, дорогие коллеги, у нас скоро с вами будет новый сайт. Осталось совсем немножко, он уже скоро будет готов. Мы будем выдавать вам крутые лендинги с классными видео. Вы будете ими рекрутировать еще лучше, еще профессиональнее. Поэтому ждем, ждем, ждем. На разработку этого сайта у нас вместе с профессионалами, вместе с агентством ушло несколько месяцев. Поэтому мне уже вас прям не терпится порадовать. Вот, скоро я поеду его смотреть. Да, радуйтесь, на самом деле мы сделаем для вас просто супер вещь, и, конечно, активируйтесь, активируйтесь. Все, кто получил старые лендинги, конечно, переведутся сразу на новые, на более классные. Да, да, вот очень-очень вот это я вас забыла порадовать. Итак, значит, что хочется сказать, да? Заказ заказами, самое главное активироваться вовремя, да, чтобы под вами пошла веточка наставника. Это во-первых. Во-вторых, 50 баллов можно начинать делать из 6-9%. И это выгодно, и позже мы обсудим, почему. Самое важное – это рекрутирование. Да? Смотрите, вы когда начинаете обучаться, вы делаете странички, начинаете работать в соцсетях, это мы с вами тоже позже обсудим, да, начинаете работать по готовым каким-то текстам или по своим составленным, да, и главное для вас это создавать базу для работы и искать партнеров. А то, что вы первые там два каталога 50 баллов не сделаете, так оно вам в принципе особо и роли не играет в построении вашей команды. И вот мы с вами вернемся опять-таки на эту распечатку. Почему вернемся? Потому что, обратите внимание, первый каталог, да, ну я там зарегистрировалась за 3 дня до окончания или за неделю, я уже не помню, да, конечно же, я баллы никакие не делала. Вот, и на второй каталог работы я активировала свой номер заказом, да, то есть, а на третий каталог, когда я уже вышла на 6% с помощью рекрутинга в своей команде, я, конечно же, сделала 50 баллов и забрала свои 600 рублей. И вот эти 600 рублей у меня уже списались из заказа в моем следующем заказе. Я уже платила на 600 рублей меньше. Поэтому я считаю, что если пока вы не на 6%, и вы не хотите продавать, да, у нас много кто на проекте продает, и продает успешно, и продает много, и очень хорошо получает эту выгоду, да, но кому-то некогда, да, вот у нас есть девушка сейчас, да, на проекте, она работает в инвалидной коляске, она сказала, я не могу продавать, я говорю, и не продавай, и не надо. Не надо. Благо, что она живет в большом городе, она может сделать заказ на дом, рассчитаться дома, да, то есть все это здорово, все это классно, она оплачивает онлайн платежи и ей на дом привозят посылку, заказ, да. Вот, и... Нет, когда появится новый рекрутинговый сайт, старый мы уберем, но прежде чем убрать, мы выдадим сначала всем до единого новые сайты, а потом уже будем убирать старые. Да. Да-да-да, за это даже не переживайте, мы очень ответственно подходим, потому что каждый день рекрутинга может принести вам директора в вашу команду. Как же мы наоборот, мы делать не будем. Два сайта не будет, Лилия. Не будет. Вот, значит, поехали с вами дальше, да, как вы видите, вот так вот и растет структура, и чем выше ваша структура, чем больше, да, как вы видите, за 4 каталога я вышла на 12%, у меня было по 2 регистрации в день стабильно, да, то есть первым делом я училась не делать заказы, а рекрутировать, потому что рекрутинг – это наше все, это наша команда. Что я вам хочу сказать в итоге, да, обратите внимание, вот, ну, давайте тыкнем наугад. Ага, вот, значит, я старший директор, вот я сделала 50 баллов, да, и получила за это 34 тысячи рублей. Да, то есть я отдала за заказ, ну, примерно там от силы 5 тысяч, да,
А 29 я уже трачу сама на себя. И 29 это каждые 3 недели, да, у меня остается. Да, вот это вот нужно обязательно понимать, что в итоге при нашем широченном ассортименте потом вам будет легко их делать, да, вам будет легко их делать, эти 50 баллов, и волноваться про них не нужно. А почему я так подробно на этом остановилась? Потому что как раз сегодня с утра мы созванивались с новичком, и новичок сказала, ну не могу я столько, мне не надо, я не хочу продавать, да бога ради, иди и рекрутируй, активируйся и иди рекрутируй, забери подарки новичка. 3 подарка тебе, пару кусочков мыла заберешь по Фаберлик клубу и вперед рекрутировать, и нечего расстраиваться, да. Вот, ну все, поехали с вами дальше. Итак, давайте же с вами просчитаем, почему 6-9%, и я вам покажу свои скрины. Да, с 9% у нас с вами, конечно, с 6 с 9 начинается самое интересное. Да? Все денежки, которые нам перечисляет компания до момента открытия договора с компанией, мы можем использовать как оплату заказов. То есть у нас с вами идет автоматическое списание. Вот, и, конечно, это... 9% это уже групповой оборот 600 баллов. Выплаты уже там идут от 2-3 тысяч рублей, да, смотря какое у вас построение. И вот самое, что интересное, когда лидер не делает 50 баллов, он уже намного больше теряет, чем экономит. Вот это да. Все равно продукты нужны, и приходится ходить в магазин. В магазине вам не заплатят ни копейки лишней за то, что вы там у них что-то покупаете. Да, магазин вам не заплатит за то, что вы что-то рекомендуете, за то, что вы обучаете там человека взять продукт и отнести на кассу его, да, то есть этого там ничего нет. Поэтому сейчас мы с вами именно вот эту вот фишку обсудим, да, вот как раз-таки у нас с вами получается, что вот у меня знакомая девчонка, мы с ней сегодня вот считали, да, она как раз на 9%, она получила, она, кстати, хорошо получила, она получила 3120 русских рублей, она сделала заказ примерно где-то на 6-7 тысяч, у нее получилось где-то 70-80 баллов личного заказа, говорит, боже мой, а к оплате у меня 4. Да, потому что уже вот эта вот объемная скидка, да, то есть помощь наставника, ее собственная работа, у нее 2 веточки, да, то есть она третью открыла, и они у нее растут, выплаты растут, и к оплате за 50 баллов уже, она говорит, боже мой, я стираю, моюсь, готовлю практически, говорит, бесплатно. Я говорю, нет, не бесплатно, это все за счет твоих трудов. Как ты думаешь, почему бесплатно? Но все равно это своего рода заработок, потому что при таком широком ассортименте, как у нас, просто невозможно ходить в магазин, да, тем более у нас дешевле, чем в магазине, а качество нисколько не хуже и даже лучше. Мы с вами застрахованы от подделок, потому что у компании Faberlic есть собственный завод в Москве, который занимает 45 тысяч квадратных метров. У компании Faberlic есть собственная микробиологическая лаборатория, они там сами разрабатывают патенты, 34 патента у компании, и это, конечно, круто, да, понимать, что мы пользуемся косметикой от производителя, и производитель всегда бережет и наше здоровье, и репутацию о себе, так ведь? По сути, в сетевом бизнесе не может быть плохой продукции, потому что если продукт плохой, он дальше не пойдет и успеха компании не добьется. Поэтому компания просто обязана производить хорошую продукцию, чтобы у лидеров был рост. Так ведь, согласны? Вот, значит, давайте с вами обратим внимание на то, что сделав заказ на 4000 рублей, да, если у вас 65% спишется, то у вас к оплате остается 1400. А если вы, да, допустим, сделаете заказ на 5000 рублей, да, 9%, когда вы будете, то у вас к оплате остается 1750. Это нормально? Нормально. Вот, и, конечно, пример, этот пример приведен для активно работающих людей и строящих структуру по совету наставника и директора. Да, если у вас есть какие-то сомнения по поводу вашего построения, обязательно обращайтесь к ним, поговорите. Вот, потому что вы обучаете своих новичков, и ваш наставник заинтересован в том, чтобы вы как можно больше всего знали.
Итак, пример списания моей объемной скидки. Как вы видите, я сделала заказ на 4250, и у меня списалось 2763, и к оплате у меня осталось 1679. Всем видно, да? Поставьте, пожалуйста, плюсики, потому что очень мелко, но я надеюсь, что будет видно. Вот, значит, подведем итог. До заключения договора с компанией на перевод наличных денег на расчетный счет в банке у вас будет списываться 60% объемной скидки постоянно. Остаток денег копится, не сгорает, никуда не девается, за это не волнуемся. 50 баллов делать, конечно, не обязательно, тут вы сами решаете. Главное – это рекрутинг, научиться приводить людей в свою команду. Далее, что же такое 50 баллов? Да, это возможность получать объемную скидку, свои деньги с 3% и выше, как вы поняли, да? Возможность получать скидку от цены каталога 26%, потому что если вы делаете до 50 баллов, у вас скидочка фиксирована 20%. Если вы делаете от 50 и выше – у вас на все, кроме одежды и нижнего белья, фиксированная скидка 26% получается, да, то есть компания любит людей таких, и, конечно же, третье, это возможность без затруднений идти по стартовой программе, о которой мы с вами утром говорили, вот, от 3 подарков по программе Faberlic Club, так, ссылка под видео, ссылка, а, это я видео создавала, забыла удалить, прошу прощения, да, и выдается свой рекрутинговый сайт, если не успели активироваться по турборосту, тоже от 50 баллов. А также, если вы не сделаете 50 баллов, то компания эти деньги себе не присваивает, а вышестоящие лидеры забирают их, да, то есть они получают за то, что они сделали 50 баллов, вы нет, они получают за вас денежку. Так, про робота. Робот-робот. Это надо написать вам, своему директору, в личку, и ваш директор вам его выдаст. Вот. Далее поговорим об обучении на проекте. Работаем мы с вами по готовой системе. Получаем инструкцию, как создавать странички, затем как их раскручивать, тексты и картинки готовых сообщений. Сейчас я вам вышлю свои, просто как пример. Я понимаю, что у каждого директора свои сообщения. Да, просто я вам покажу, что я имею в виду. Да? Вот. Пожалуйста. Затем, как работать в соцсетях. Там несколько видео по каждой соцсети. Да, мы работаем и брендом, мы работаем группой, мы рекрутируем в соцсетях, мы рекрутируем методом общения в личку и так далее, и так далее. Затем, как регистрировать человека. Да, то есть инструкция тоже есть. И на все созданы готовые подробные видеоинструкции. Поэтому волноваться вам незачем. Да, придет время, и наставник вам вышлет инструкцию. Наставника нет на месте, пишем в чат, не стесняемся. У нас дружный коллектив, дружная команда, один за всех, все за одного, и это просто великолепно. Далее, я думаю, все поняли, что мы с вами начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения. Да? Это не работа по найму, да, где вы 3 года учитесь или 7 лет учитесь, да, смотря какая у вас специальность, там врач или товаровед, да, и потом уже вы идете работать, да, проходите практику, идете работать и начинаете медленно там, с годами идти. Тут у нас директора открываются быстро, смело. Вы можете быть директором и все-все обучаться, да, чему-то новенькому, что-то новенькое узнавать, внедрять в свою команду, да, то есть мы зарабатываем с вами прямо в процессе обучения. Вот, значит, на интернет-проекте Faberlic Online существует 3 этапа обучения, все они бесплатные абсолютно. Первое – это базовое обучение, это 9 вебинаров в неделю, 40 вебинаров в месяц. Наставник, если его нет на месте, обязательно пишем вопросы в чат и в скайпе. Скайп – это сердце нашего проекта, и там вы найдете всех директоров. Вот. На вебинары мы заранее приглашаем через скайп, чаты и через сообщество в личном кабинете Faberlic. Вверху есть конвертик у вас, позже я покажу фотографию, как он выглядит. Также мы с вами обучаемся через чаты для коллег Faberlic. Если наставника нету в сети, там можно задавать вопросы. Плюс обязательно ходим на планерки от вашего лидера. И, конечно, дорогие коллеги, мы заботимся о вас на каждом росте, на каждом этапе обучения. Прямо, да, вот мы рады вам выслать любое видео обучение, да, то есть, ну, конечно, если мы не спим,
да, в свое рабочее время, рады выслать. Но, знаете, очень часто, ну как часто, раз в неделю какой-нибудь новичок, да, все вы с вами знаете, что у нас на проект приходит около 8 тысяч новичков в каталог, да, и кто-то вот из новичков может сказать: а меня мой наставник не обучает, он мне не высылает обучение, боже ж ты мой. Ну, если вам наставник высылал первое задание, да, вы его выполните, вы не молчите. Скажите, я все сделала, и вам наставник даст второй этап обучения, и вы опять будете обучаться. После второго задания обязательно отпишитесь, он вам даст третье. Не бойтесь, наставник, наоборот, заинтересован в вашем росте, наставник, наоборот, заинтересован в вашем обучении. Не молчите и не сидите молча, не обижайтесь. Если есть такие новички на вебинаре, буду очень рада, если вы сейчас обратите внимание на наши просьбы. Вместе с ребенком. Ой, здорово. Итак, второй этап обучения – это школа активного роста или фабрика директоров. Занимаемся мы по ней 2-3 часа в неделю. Это более глубокое обучение. Фишки рекрутинга от директоров. Да? То есть все мы с вами знаем, что на проекте есть всякие разные директора. Вот. Мы в активный рост берем спикеров именно тех, которые сами добились высот, которые смогли сами вырасти, которые не надеялись на наставника и у которых есть свой личный опыт, своя практика, да, вот. Поэтому, конечно же, в чаты активного роста есть критерии на вступление, также они называются фабрика директоров, если вы из структуры Татьяны Сафроновой, вот, и это по 3 странички в каждой соцсети, пройти базовое обучение, то есть побывать на вебинарах для новичка, да, схема работы, как регистрировать, правила построения, это очень важно. Почему? Потому что на вебинарах по активному росту мы не учим базовой работе, это уже все уровень новичка, уровень лидера, да, начинающего. Третье, вы должны уметь делать 25 личных баллов, не менее. И четвертое, проведенных 5 личных регистраций. Потому что как регистрировать людей в активном росте мы тоже не учим. А как вы знаете, у нас с вами международная структура, мы с вами сотрудничаем с 29 странами, и все эти страны имеют свои особенности регистрации. Поэтому, конечно же, как минимум 5 регистраций. И если у новичка, обучающегося по школам активного роста, не получается находить минимально 5 регистраций в каталог, мы снова отправляем его на курс новичка и временно исключаем из чата активного роста. Да? То есть новичок проходит обучение новичка заново. Что-то он где-то упустил, что-то он где-то не досмотрел, и поэтому у него началась путаница в голове, он перестает понимать, да, что ему дальше делать, и приток свою команду лидеров у него останавливается, да, а наш рекрутинг, наши новички, это, конечно же, самое главное, это наш рост, да, поверьте, результат сделан, и, конечно, мы всегда тратили львиную долю времени именно на рекрутирование новых лидеров в свою команду, да, вот, и, конечно, третье – это директорская школа, третий этап обучения. Это уже для топ-лидеров проекта от 12%. Как пришла ко мне вебинар смотреть. Вот. Старший – это объем личной группы от 1000 баллов. Критерии на вступление туда тоже есть. То есть, если лидер на 12%, его ветка должна быть тоже отстроена. То есть, если лидер вырос за счет наставников, в чат топ-лидеров он не попадает. Он попадает только, если у него проделана какая-то своя структура есть и какая-то своя работа проделана. Да? Вот. На таких школах мы изучаем очень глубоко. В основном ввиду это сопровождение я, но есть директора, которые тоже очень помогают. Вот недавно Валентина Веселова проводила по заключению договора с компанией по России вебинар. Итак, значит, первое – это лидерское сопровождение. Мы там изучаем автоматизация по работе в соцсетях, изучаем построение, как на высоком уровне больше зарабатывать. Да, все мы с вами знаем, что на 12% можно получить 100 рублей, а можно получить 12 тысяч. Неизвестно, ну, 12 я
загнула, конечно, да, но 1005 можно, да. Вот, значит, далее, четвертое, правильно строить структуру и следить за структурой, да, то есть все равно это нужно уметь, и мы все это умеем, и, конечно, вас научим, чтобы вы потом, в свою очередь, научили своих топ-лидеров, да, и, конечно же, пригласим вас на доску почета. А наша досочка почета – это наша гордость, гордость нашего проекта, это наши лидеры, да, наши дорогие девушки, наши дорогие мужчины. Да, пожалуйста, посмотрите. Ну, Снежана, может быть, смените свой внутренний мир? Может быть, вы так на этом зациклены, что на самом деле лидеры вас обходят стороной. Так, шпаргалка наставник почему-то не то скинулась, минутку. Ну, она вам, кстати, тоже пригодится, добавьте в закладочки. Сейчас, секундочку. Вот это вот наша с вами доска почета. Всех приглашаю на эту доску почета. Обязательно вас всех-всех-всех жду. Да, и поехали с вами дальше. И, конечно, с уровня директора, это уже четвертый этап, это 3000 баллов по структуре, мы уже начинаем с вами участвовать в совете директоров, внедрять свои идеи, что-то где-то решать, да, то есть ездим на ассамблею, имеем престижный статус директорства, имеем премию, квалификационные бонусы, да, чек на региональной конференции, когда вас объявляют, вы выходите, получаете чек, и вам все аплодируют, да, это круто. А далее, значит, ну, это признание, да, согласитесь, это приятно, да. Бонус стабильности вы будете иметь право получать с уровня подтвержденного директорства и возможность, конечно же, кто хочет, может открыть свой агентский пункт. Пункт выдачи продукции свой, личный, да, если хочется, у меня его нет. Вот. Ну что ж, это директора нашего проекта, да, как вы видите, семью Зиновьевых, это быстрый старт, да, как вы видите, семья Распоповых, что-то вот Саша и Таня разбежались по разным углам, это наши бриллианты, как вы видите, вот мы с мужем, да, старшая национальная, вот Катерина Селиверстова, это директор, да, Снежана Лоскутова спряталась, да, это рубиновый директор, Виктория Карапина у нас золотой директор, Николай Андрейко национальный. Так, это старший директор, забыла, как зовут. Давно с ней очень не общались, боже мой. Оксаночка Анайка, старший директор. Татьяна Лебедева, старший директор. И Ириночка Ткаченко, рубиновый директор. Да? То есть все мы вас зовем обязательно на ассамблею с нами погулять. Открывайтесь. Итак, зовем вас за чеком на сцену, прям зовем. Итак, сейчас к вам вопрос. О хорошем поговорили, давайте о работе сейчас поговорим. Скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, читаете ли вы все письма в кабинете? Мы очень стараемся вас обо всем предупредить вовремя. Получаете ли вы эти письма? Да, вот вверху у нас с вами есть такой вот конвертик. И вот в этот вот конвертик вам должны приходить записи вебинаров, еще что-то, да, оповещения об акциях и так далее, и так далее. То есть кабинет мы всегда с вами своевременно получаем все новости про вебинары, про подарки, про неожиданные сюрпризы. Вы знаете, у нас бывает очень даже смешно, когда компания так бац, да, ничего не предвещало, на следующий день прямо рано с утра запускают какую-то акцию, да, как у нас получилось в прошлом каталоге, пачка порошка для шерсти, да, в подарок для деликатных тканей, и мы очень-очень удивились. Потом, значит, всем новичкам по 200 рублей начислила, да, в Казахстане 1000 тенге было. И, конечно, мы прям были очень-очень рады, поэтому вот такие вот акции обязательно только там вы узнаете поскорее, да, если вы не подписаны на YouTube-канал мой. Далее, значит, неожиданные сюрпризы, изменения чего-либо на проекте, всякое бывает, да, вот когда она сделает сайт, мы, конечно же, обязательно скажем, что, дорогие коллеги, отпишитесь своим директорам, получите свой сайт новый, да, и вы должны будете отписаться, чтобы получить новый сайт, что вы, да-да, будете его брать. Да, и, конечно, записи вебинаров, если пропустили какой-либо вебинар. Вот.
Далее с вами поехали тем. Если вам не приходят письма, то вы заходите в сообщество, находите меня, то есть вот этот номерочек, вы пишете тут, нажимаете поиск, и я у вас выхожу. Меня не в друзья, меня приглашаете, и пишите мне сообщение. То есть, если вы мне не напишите сообщение, кто вы и откуда вы, я вас не приму. Потому что ко мне очень много чужих людей пишет, которые вообще не с нашего проекта. Вообще. Вот, да. И сейчас мы с вами разберем, с чего же начинается наша работа. Конечно же, создание рабочих страничек в соцсетях. Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Ну и, конечно, можно еще какие-либо другие соцсети. Но вот лично мы специализируемся пока на этих, да. Мы создаем по одной страничке в день в каждой соцсети. Кто-то пишет 3, кто-то пишет 5. Я не рекомендую, потому что мои странички... Как вы знаете, в соцсетях любят блокировать. Блокируют за что? За то, что мы с вами зарабатываем, а им с этого ничего. Все соцсети любят, чтобы им платили деньги за то, что ими пользуются, да? В каких-то не, да, таких вот целях. С целью заработать, а им ничего, а вы так директорами становитесь, да? Вот. Поэтому мы с вами создаем по одной страничке в день каждой соцсети, чтобы вас не блокировали. 4 страничек, понятно, что будет мало. Лучше всего завести по 15, по 10, по 20 в каждой соцсети. Обязательно записывать логины, пароли в тетрадочку, в Google табличку, еще куда-то. Обращать внимание на оформление своих рабочих страничек. Обязательно, да, на главном фото вы должны быть милым, добрым человеком. У вас должен быть ясный, четкий, открытый взгляд, смотрящий гостю страницы в глаза. Конечно же, если вы предлагаете бизнес, если вы предлагаете хорошо зарабатывать, вы должны хорошо выглядеть. Поэтому расчесываемся, красимся, мужчины подстригаемся, одеваем пиджачочки и так далее. И, конечно, идем куда-то и фотографируемся где-то или в нейтральном месте, или где-то, чтобы был красивый фон, или что-то типа этого, да. Далее, значит, приветствуется, очень приветствуется хорошее деловое фото. Конечно же, на заднем фоне там, к примеру, обшарпанный холодильник или какие-то желтые дверные косяки, там, или вы стоите там, не знаю, в купальнике, да, или там мужчины с сигаретами. Нет, это все не подойдет для бизнеса, к вам на бизнес не пойдут. Поэтому те, кто создает много страничек в соцсети, я вас призываю к тому, чтобы вы проверили все-таки правильное оформление. Если вы в чем-то сомневаетесь, то обязательно вышлите наставнику. Наставник промониторит несколько ваших страничек. Да, по одной в каждой соцсети, не надо скидывать все. Значит, также мы добавляем 5-6 личных фото из жизни, да, из своей жизни, и тоже, чтобы они были хорошими, да, позитивными. Где-то вы с цветочками стоите, где-то вы на природе, да, ну, понятно, без пива, там, без костров и так далее, да, то есть хорошие, позитивные фотографии. Как, конечно же, одним и тем же именем, фамилией, страничку нам с вами не назвать, к сожалению, да, я, к примеру, последнее время начала называть так, допустим, Анна по-английски, Кононова по-русски, да, или Анна по-русски, Кононова по-английски, в скобочках девичья. Как-то вот так вот их делаю, да, можно, конечно же, придумывать и разные фамилии, еще что-то, но можно и, конечно, и как-то экспериментировать, да, конечно, названия страничек такие, как, к примеру, Анютка Киска, вам не подойдут. Потому что если вы строите бизнес в соцсетях, какая же там киска, да, извините меня, сами должны понимать. Если у вас есть такие странички, вы их переименуйте, пожалуйста. Где вы берете номера для регистрации страничек? Дорогие коллеги, вопросы, вот там я вижу циферку 3, туда все занесите, и там я вам потом в конце вебинара открою обучение новичка и все вышлю, все ссылочки, пожалуйста, дождитесь, да. Также мы добавляем 5-6 личных фотографий из жизни, да, это важно, я тоже говорила, и показываем наставнику. Присылаем ссылочки уже на готовые странички, оформленные по рекомендациям. Конечно, если наставнику что-то не понравилось, вы с ним не спорите, вы на него не обижайтесь. Почему? Потому что ваш наставник спит и видит вас в директорах.
Потому что чем больше вы зарабатываете, тем больше зарабатывает он. Поэтому у нас с вами и обучение на проекте бесплатное, потому что мы и так зарабатываем деньги, к чему нам с вас что-то брать. Поняли, да? Вот, и поэтому тут самое важное сейчас слушать своего наставника. Тем более, если у него есть результат, и его не слушать, а делать по-своему, в итоге получится, что все равно, пока вы не будете делать так, как вам говорит наставник, вы... Может быть, и откроете какой-то, как вам даже сказать, метод рекрутинга крутой. Да, флаг, конечно, вам в руки, но для начала сделайте себе хотя бы статус директора. А потом экспериментируйте столько, сколько вам захочется. Это очень важно. Итак, значит, модерация страничек. Когда вы создаете странички по одной в день, да, то есть за 20 дней у вас, если вы будете создавать по одной сети, уже будет... Ой, так, 60 страниц получается. Если еще по Инстаграму, то вообще 80, да. Это огромная хорошая база для работы, и вообще вы будете супер-супер, да, за один каталог, если вы сделаете всю базу для работы, представьте, да. Одноклассники, не работаем со странички 5 дней, но можно раскручивать их в нашей группе или в разделе раскрутки страниц, или где-то в группах, еще так далее, да. То есть дружбу предлагать вы можете. ВКонтакте вы можете начинать работать сразу, но потихонечку, да, то есть я набираю 15-20 друзей и уже иду работать легко. Вот, Facebook вы можете начинать работать сразу, но тоже по 10, так, по 15 приглашений дружбы, не больше. А далее, значит, самое главное, работать со страничек раз в 3-5 дней, не чаще, не чаще, чтобы они у вас отдыхали. А предлагать дружбу раз в 3-5 дней с них, да, отрабатывать, заходить на них вы можете в любое время. А далее, значит... Лучше всего предлагать в день работы со странички не более 7 дружб. У меня муж рекрутирует по сей день. Он мне сказал статистику, потому что я уже не рекрутирую. Вот. Также слать не друзьям не более 15 картинок с аккаунта. То есть не более. Да? Кто-то посылает 40, 80, 60, там еще что-то. Потом жалуются, что у них странички пропали. Да? Там 5-10 штук заблокировали. Мы говорили, так не делать, все равно так делают. Конечно, если вы очень сильно амбициозны, наделайте вы побольше страничек и работайте с каждой поменьше, так ведь? Далее, значит, остальное вы получите в видеоинструкциях. На самом деле, даже вот если взять пример «Одноклассники», то там видео, наверное, 5-6 вам легкую вышлют, как работать, да, и группами, как работать статусами, как работать брендом, как работать путем общения в соцсетях и так далее, да. Значит, совет вам, дорогие коллеги, чтобы создать много страничек, можно использовать онлайн, пользоваться онлайн-сайтами, где одноклассники стоят 5-8 рублей. Да, преимущества покупки сим-карт также хороши, но все равно, конечно, вы купите сим-карту, вы наделаете на нее много страничек в разных соцсетях, но они в последнее время что-то кусаются по цене. Но если вы хотите работать брендовыми страничками, да, и хотите завести отдельные странички для коллег, то для них можно купить сим-карту и в каждой соцсети на настоящую сим-карту завести страничку в... Допустим, брендовую в Одноклассниках, брендовую ВКонтакте, брендовую в Фейсбуке, брендовую в Инстаграме, завести с них со всех этих страничек группы какие-то, да, где вы будете поздравлять своих людей и так далее. Да, их лучше создавать с настоящей сим-карты. Вот, это очень важно. Не дай бог у вас заблокируют, вы можете легко восстановить, да, свой логин, пароль, да, легко восстановить, потому что сим-карта у вас на руках. И эту сим-карту нужно прозванивать раз в два месяца как минимум, иначе ее заблокируют. На авиарежим, чтобы поменялась IP. Настюш, да, так тоже можно, так тоже можно. Вот, значит, совет для каждой соцсети, в которой вы рекрутируете, вы заводите для себя или страничку для коллег, или как это по-другому называется, брендовую страничку, да. Можно делать с нее посты разные, мотивационные, о работе, о продукции, собирать туда зарегистрированных новичков и думающих людей, которые думают, да. Также, когда мы с вами будем
он делать, охват людей в соцсетях, мы с вами можем завести Google табличку. Или если вы не умеете, да, то попросите видео в чате. Если же ну, не хочется вам или еще что-то, все равно не ленитесь хотя бы в текстовый документ, да, в блокнот на рабочем столике думающих собирайте в один файлик и потом пишите даты, когда они подумают, и потом, конечно же, посылайте им сообщение, что здравствуйте, вы хотели работать, надумали ли, посмотрите акцию новичка, может быть, еще что-то, да. То есть вот как раз в шаблонах сообщений, которые я вам выслала, это все есть. Далее, также вы можете создать закрытую группу или открытую группу, и там всех собирать и поздравлять, конечно же, да, кого-то с 3%, кого-то еще что-то, да. Если вы собираетесь расти, то все равно и под вами люди будут расти, и эти люди будут какие-то процентные уровни открывать, так и 3, 6, 9, 12, вы их будете поздравлять, им будет очень приятно. А потом, значит, имейте в виду, что соцсети капризны, и со страничек для коллег нежелательно обучать людей работе, потому что то обучение, которое вам выдаст наставник для вашего новичка, оно все напихано ссылками. Да, ссылка на видео, как сделать заказ, ссылка на видео, как оформить заказ, да, ссылка, как рекрутировать, ссылка, как регистрировать. И, конечно, соцсети как раз огромное количество ссылок не любят, поэтому старайтесь не обучать с брендовых страничек, а просто переписываться. Если вы что-то посылаете, то посылайте редко, чтобы вас не заблокировали. Далее, также наставник вам предоставит шаблоны для работы, видео для работы, это я вам все уже выслала, да, свои, ссылку на ответы на распространенные вопросы, это все в шаблонах, которые я вам выслала. В школе новичка плохое качество видео по созданию Google таблички. Валерий, вышлите мне это видео, я его сейчас по нему перейду и поставлю на паузу и постараюсь переснять, если там на самом деле плохое качество. Вот, далее, значит, как мы с вами раскладываем работу по полочкам и не путаемся в количестве страничек, мы с вами размножаем браузер Google Chrome или браузер Яндекс, браузер Amiga, да, и потом эти подхромики можно собрать под браузерики, да, как я их называю, можно собрать в одну папочку и на каждый подбраузерик вбить по несколько страничек. Очень-очень удобно. Так, дальше, значит, это фото, где смотреть актуальный список стран, с которыми мы работаем. Когда мы с вами рекрутируем, очень часто мы задаем вопрос, ой, а работаем мы с Латвией, а работаем мы с Киргизией, а работаем мы с Молдовой, да, то есть вот она, пожалуйста, табличка, где предоставляется официальное трудоустройство в этих странах, да. То есть вы нажимаете на флажочек и видите, он у вас выходит, и вы это все видите. Итак, как регистрировать? Конечно, у нас с вами есть по четвергам в 13:00 отдельный вебинар, как регистрировать людей по всем четырем вариантам. Да, то есть продажи, покупки для себя, работа в интернете, система управления весом. То есть все это есть, и это здорово, это классно, да. А на все составлены готовые инструкции, что высылать после регистрации, да, человеку. Это все прямо в живом режиме вам высылается во время вебинара каждый божий четверг, да, в 13:00. Поэтому приходите, вас Валентина Скоморохова обязательно распутает, что делать с каждым новичком из каждого по варианту. Единственное, что сейчас мы с вами в целом поговорим о том, что, допустим, вы пришли на проект, да, под вами может быть наставник строит одну веточку, да, остальные веточки это уже ваши веточки, да, то есть наставник не будет открывать под вас 2, 3, 4 ветки, одна, только одна, да, что получается, вы регистрируете людей под себя в первую линию, пока кто-то из них первый не активировался. Как кто-то из них активировался, да, к примеру, вот этот, вы начинаете уже строить под него. Если лидер в течение 72 часов не активировался, мы его отодвигаем и вот этого регистрируем под этого, да. Есть такие лидеры, которые, к примеру, терминируются за неактивность в течение 3 каталогов, да. Все мы с вами про это слышали со школы новичка с дневной, да, и такие люди
просто выбывают из структуры, выбывают из цепочки, и они нижний прикрепляется к верхнему. Поэтому не переживайте, да, это мы сейчас с вами говорим о людях, которые боятся строить людей под тех, кто не работает. Ничего страшного в этом нету, да. Далее, значит, что самое интересное, когда вы строите цепочки, да, вам кажется, что вот этот лидер, да, допустим, вы вышли на директора, да, вы вышли, к примеру, на директора, директор это 23%, согласно табличке по маркетинг-плану, да, и под вами, например, тоже директор, да, нет, давайте не вас возьмем, ну, вы директор, да, давайте, значит, вот новичок у вас вышел на директорство с помощью вас, да, это все ваша веточка, а сам в бок он ничего не строит, он не работает, у него нету своей структуры, да, что получается, этот директор ничего не получит, поэтому не переживайте, стройте, никто не заберет ни ваши деньги, ничего, единственное, что получит одноветочный 23%-ник, он получит за свои 50 баллов или за свои 100 баллов 690 рублей или 1440 рублей, то есть по 23% за свой ЛО. Да? Вот. Поэтому я думаю, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то сомнения. Также у нас с вами нет никаких преломлений, никаких преград. Мы всех регистрируем друг по другу, неважно, из какой страны человек пришел и по какому варианту. Вот, если все понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики, поедем с вами дальше, потому что тема важная. Так, а если не делаешь 50 баллов? Ну, тут ничего страшного, я на эти вопросы уже ответила. Анна, напишите, пожалуйста, ваш регистрационный номер. Так. У меня в личном кабинете стоит минус 0.33. Минус 0.33, Зоя, скорее всего, это был возврат. Надо смотреть, заходить в кабинет. Итак, могу, значит, вам еще предложить такой вариант, чтобы ваш новичок мог идти по системе Турборост. Можно ему предложить регистрироваться тогда, когда у него уже будет нужная сумма на руках. Я в последнее время это очень часто, как сказать, даже... Да, то есть очень часто применяю, и мне нравится эффект. У меня прям первый час регистрации люди активируются. Здорово, здорово. Итак, когда вы находите свою первую регистрацию, наставник вам дает полную подробную информацию, как регистрировать человека и что ему высылать. Да? То есть продажи, покупки, мы регистрируем, можете регистрировать под себя, да, те, кто пришел покупать для себя, можете регистрировать в свою веточку, которую вы ведете, да, чтобы шел балловый рост веточки, да, и, конечно, мы всю работу ведем в цепочку, но не бесконечно. Есть лидеры, которые строят одно и не могут остановиться, а потом хватаются за голову, боже мой, сколько я отстроила. На самом деле в компании Faberlic растется намного проще и легче, потому что у компании Faberlic безумно хороший маркетинг-план. 2 года назад я ушла из одной компании и вообще как бы не хотела работать в сетевом маркетинге, но вот мне попалась девушка в соцсетях, звали ее Инна, зовут, да, и она, ну, она сейчас просто не работает, поэтому я о ней в прошедшем времени, я ей безумно благодарна за то, что она меня когда-то привела в Faberlic. Я просто ахнула, какой у нас классный маркетинг-план. Во-первых, он у нас с вами идет многоуровневый, и это нужно понимать, это, да, хоть сотая линия в глубину, вы все равно будете получать свои денежки при правильном построении своей структуры, да, вот, то есть, если вы кому-то помогаете, да, то вы можете не бояться, что ваш человек заберет ваши деньги, пока он сам не начнет строиться, ему ничего не перепадет, да, маркетинг-план очень умный, хитро продуманный, да, то есть, вы... будете всегда в плюсе, у вас нет рисков никаких, и это очень важно ценить, очень важно понимать, что самое главное в надежном бизнесе – это хороший маркетинг-план. Да, как вы знаете, маркетинг-планы бывают линейные, бывает мультилевер-маркетинг, да, многоуровневый. Вот, допустим, за линейный в глубину люди уже не получают деньги, не получают какие-то бонусы. Мы же с вами получаем в глубину. Ну, очень много, да, приходите на вебинар по маркетинг-плану, и сейчас я вам, в принципе, могу скинуть маркетинг-план, чтобы вы понимали, да, я вам скидываю ссылочку, и вот это нужно обязательно понимать, чтобы вы ничего не боялись, шли вперед без сомнений,
Я сейчас прям, да, открываю. То есть мы с вами получаем 7 уровней и ниже, да, прям проценты, да, вот за свою структуру, за все. И это 7 уровней ниже, это 7 уровней директоров, да. А так, конечно, если у нас с вами, допустим, цепочка из людей, которые делают, допустим, там по 5, по 10 баллов, да, а директор открылся в 5-й, 8-й линии, мы все равно получаем 5% со всей веточки. Скажите, пожалуйста, поставьте плюсики. Вам понятен этот момент? Обсудим эту тему, Надюша. Да, понятен. Информация полезная, надеюсь, была, да, потому что новички задают вопросы. Я решила это внедрять в новичков, да. Я думаю, что это тема для новичков, так ведь? Мы с вами должны понимать, что мы ничего не боимся, мы строим спокойно. Да, халявы нет. Халявы не получат люди, которые не работают. Это важно понимать, что вы можете работать и строить свой бизнес спокойно. Далее, значит, когда вы находите свою первую регистрацию, наставник вам дает информацию, да, и самое главное, это добавить своего новичка, если он к вам пришел по третьему варианту, в командный чат, познакомить с вышестоящими наставниками, то есть дать их контакты своему новичку в скайпе, да, после регистрации подписать на рассылку для зарегистрированных и добавить в группы, да, если новичок пришел продавать, то в группы для продавцов. Группа по бизнесу у нас с вами только одна в Одноклассниках есть, группа для продавцов есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Вот, значит, далее просим нас найти в скайпе обязательно этого новичка. Если новичок первый, второй, четвертый варианты, да, тем более новичок пришел худеть, да, и вы ему скажете, я вам не расскажу про систему управления веса, пока вы меня в скайпе не найдете. Нет, конечно же, вы их добавляете на основную страничку для коллег Faberlic и спокойно с ним там все вопросы обсуждаете. Вот, значит, если наставника нет на месте, обязательно пишите вышестоящему наставнику, данные которого вам давали в скайпе или в чате веточки своей, пишите, вам вышлют все инструкции. Как регистрировать, куда регистрировать, под кого регистрировать. Наставника менять можно в течение двух каталогов только. В течение двух каталогов, и то, если под вами нет структуры. Только в том случае. В остальных случаях это считается перерегистрацией, и второй номер удалится. Нельзя. Вот, только вот в этих вот двух случаях, если, и то, если наставник действующий напишет согласие в компанию от своего лица добровольно, да, в течение двух каталогов, и если под лидером никого не зарегистрировано, вот. Значит, человек, пришедший к нам работать по третьему варианту, это работа в интернете, пусть обязательно находит вас в скайпе. Обучение работе в интернет проходит через скайп. Много кто ушел у нас сейчас с вами в Телеграм, но в Телеграме нет волшебной кнопочки демонстрации экрана, и я оттуда что-то как-то вернулась назад в Skype, потому что мне очень удобно обучать человека через Skype, когда у него что-то не получается, я ему звоню, он включает мне свою демонстрацию экрана, и я говорю тык-тык-тык-тык. То есть мы вопрос решаем за 2 минуты, а перепиской можно решать этот вопрос, извините меня, полчаса, и не решить его так и, да? Вот. Поэтому в скайпе весь ваш коллектив, все ваши директора, и они всегда помогут. То есть, если вы зашли в скайп, у вас какой-то важный вопрос по работе, вы не знаете, как ответить на какой-либо вопрос, да, который вам задали в соцсети, или у вас регистрация, и вы не можете понять, почему она у вас не проходит, или еще что-то, да, и вдруг вашего наставника нет на месте, у вас есть общий чат для коллег Faberlic. Изложите проблему как можно подробнее, и напишите ее в чат. Кто-то из директоров все равно увидит, кто-то из директоров все равно поможет. У нас идет взаимовыручка. Если вашего директора и вашего наставника на данный момент нет в сети, то вам может помочь другой директор. Так ведь? Поэтому всегда пишите своим наставникам, пишите директорам, пишите в чат, и не стесняйтесь. Работа должна кипеть, вы должны регистрировать людей, вас ничего не должно останавливать. У нас дружная команда. Единственное, все сомнения, они у вас могут быть в голове, а у нас работа настроена просто на отлично, поэтому вливайтесь в коллектив и ничего не стесняйтесь, все свои, все зарабатываем через интернет, вот.
И, конечно, чтобы вас новичок по третьему варианту нашел вас в скайпе, я часто пишу такое выражение, что камера, микрофон вам не нужны, если их нету. Потом, конечно, я вам рекомендую этому новичку, если он вас нашел в скайпе, просто позвонить ему 5-10 минут с ним пообщаться, рассказать, что мы работаем в компании, в которой имеется собственный завод, вся продукция не тестируется на животных, проходит все ГОСТы, СанПины, что наш бизнес передается по наследству, что у нас работа официальная и легальная, да, то есть чтобы новичок был уверен, куда он пришел, что он пришел. А почему я это прошу делать? Рассказать про акции новичка обязательно, да, потому что в письме новичок может не понять, кому-то лень смотреть, кому-то лень читать, а так он все равно вас выслушает и будет знать, что если он не оплатит, допустим, заказ до конца каталога, все его подарки сгорят. Он уже это будет знать, он будет это забирать, потому что в магазине столько не дарят, и у нас все равно выгоднее, так ведь? Вот. И, конечно, обязательно каждого своего новичка зовите на вебинар. Вебинары по продукции для покупателей и продавцов у нас с вами идут по средам, каждый вечер в среду. Вот, и остальные вебинары практически все по бизнесу. У нас довольно мощный крупный интернет-проект, и, конечно, численность проекта на конец прошлого каталога переступила уже за 60 тысяч человек. Да, у нас, если взять всех до единого директоров, то около 160, по-моему, директоров на проекте. Есть рубиновые, бриллиантовые, да, и, конечно, тысяча рабочих лидеров, тысячи прямо уже, да, человек, да, и, конечно, когда мне после моего вебинара человек так 15, да, в личку отписалась: «Ань, что там было на вебинаре, расскажи вкратце». Как я должна рассказать? Да, вот, и, конечно, вы должны понимать, что своих новичков надо звать на вебинары. Обязательно, да, вот просто встаньте на наше место и ходите на вебинары. Мы будем очень рады вас ему обучить. Да, просто чисто физически мы не сможем пересказать то, что мы вам рассказываем. И теперь я вам расскажу самое главное, и уже наш вебинар с вами подходит к концу. Чтобы вы ни за что не переживали, ни за что не волновались, какие-то мелкие вопросы, конечно, вы можете задавать у своих наставников, теребитесь, не стесняйтесь. Когда в личку, да, обычно с чем новичок на второй, на пятый день работы начинает обращаться к нам уже, да, как к наставникам. У меня люди не работают, люди не делают заказы, люди мало регистрируются, у меня заблокировали страничку, я не умею обучать людей. Вот что-то все равно было из этого и у вас. Поставьте плюсики, у кого хоть один пункт совпал, что вы вот писали наставнику такие вещи. Да? Я считаю, что это проблема каждого новичка. Я Николаю писала по трем пунктам точно. У меня было много регистраций, но у меня мало активировались люди. Да? Вот. Поэтому поехали с вами обсуждать все эти проблемки. Это на самом деле проблемки, их легко решить, и вы будете на плаву. Да? Совпали все? Ну, прям здорово. Вот. Если блокируют новые страницы, с которых вы не работали, почиститесь двумя разными антивирусниками. Обязательно двумя разными. Простите, что-то чешется нос. Вот. Значит, почему у меня не работают люди? Да, самый распространенный вопрос. Но знаете, дорогие коллеги, тут я считаю вам, что не нужно из-за каждого человека расстраиваться. Если кто-то от вас ушел, то это уже его проблемы. Все вы делаете правильно, если зовете на школу, обучаете по шаблону, рассказываете про подарки, подписали на рассылку для зарегистрированных, добавили в чат для коллег Фаберлик, добавили в чат совместного построения, ну, в чат веточки, простите, не совместного, а в чат веточки, добавили в группы для коллег Фаберлик, вы его позвонили, вот я, да, показались. Вы все для лидера сделали, да, вот все. Если человек ленится, да, но он знает и про подарки, он про все знает, ну что вы с ним сделаете, что, да? Вот, поэтому остальное это уже его проблемы, мы просто ищем с вами новых лидеров. По статистике примерно каждый третий делает заказ, лично по моей статистике, и как бы я уже перестала переживать из-за людей, которые непонятно для чего пришел и почему он не работает. Смысл на них вообще обращать внимание. Вот вы представьте, вы сидите, да, допустим,
Есть лидеры, которые пришли 2 года назад на проект. И они не стали директорами, и они уже давным-давно терминировались. Есть такие лидеры, как я. Я тоже пришла 2 года назад на проект. И я стала старшим национальным директором. Да, вот разберем пример на мне, на живом примере. Да, от меня тоже уходили люди. Да, в первый каталог своей работы, в первые 2 каталога, я зарегистрировала 50 человек, и только 3 сделали заказ. А потом они уже все потихоньку начали активироваться, делать заказы, когда я начала рассылать через почту, через сообщество, вебинары продукции, тогда вела очень хорошо Татьяна Сафронова, и я начала рассылать обзоры видеоблогеров, да, и потихоньку люди начали активироваться, потому что они начали понимать, что тут выгодно, что тут сделают скидку 20% в магазине максимально 5, тут дешевле, чем в магазине, еще и скидка, да еще и подарки подарят, да, ну, я не знаю, если человек уже и это не понимает, да, и ничего не понимает, то, конечно, вы можете ему задать вопрос: хорошо, я понимаю все, можно у вас узнать, если вы накупите в магазине на 1000, на 2, на 3, да, без разницы, сколько вы спросите, вам дадут скидку 20%, вам дадут 3, 4, 5 подарков. Вот сейчас, да, сделайте вы 100 баллов, да, к примеру, личного объема, да, что вы будете иметь? Перечислите, дорогие лидеры, вы все есть на вебинаре, вот напишите, пожалуйста, нашим дорогим новичкам, что будет, если новичок сделает 100 баллов. И будет ли это в магазине? Вот сходите, вы купите пальто за 10 тысяч, что вам сделать? Мне вот ничего не дали, когда я купила это пальто, да? Вот. И, конечно, не хотят регистрироваться, не надо, я новых найду, я тоже. Вот и правильно, вот и правильно. Есть люди, которые ваши, есть люди, которые не ваши. Получается, что вот давайте мы с вами все-таки перейдем обратно, да, пока вы пишете, да, привилегии VIP-консультантов и так далее, и так далее. А я вам расскажу так: если бы я благосостояние свое, своих детей, своей семьи поставила бы тогда в зависимость от тех людей, которые ушли и давным-давно терминировались, что бы со мной было? Я вот, понимаете, просто не всегда понимаю людей, которые начинают зависеть от тех, кому ничего не нужно в этой жизни. Ну, не нужно им, ну, идите вы, да? То есть, как бы вот. Мы же с вами умнички, мы с вами вырастем, мы с вами и позолотеем, и поедем в разные страны мира путешествовать и так далее, и так далее. Да? Ой, молодцы, сколько всего написали. Стартовая программа, бонус-клуб, 26%. Ой, молодец, Танюша. 3% скидка, да, правильно, он получит свою объемную скидку, VIP-консультант, людей под себя можно будет подписывать, да, он получит рекрутинговый сайт, да, лидер этот, то есть привилегий очень-очень много, и понятно, что в магазин вы придите, хоть на 20 тысяч накупите, ну сколько вам там скидку сделать, 100, 200, 300 рублей, конечно, это смешно, но так оно и есть. Подарки новичка, да, привилегии по ВИПу, там их очень много, огромный список, да, вот. Далее, значит, поговорили о людей, которые, да, и сейчас поговорим о том, что я боюсь обучать новичков, да, 70% скидка, здорово, здорово, да, молодцы прям, все знаете, как хорошо, вы, наверное, сегодня были на дневном вебинаре, или вы все сами почитали, или у вас просто суперские наставники, которым надо вот прям низкий поклон, да, за хорошую проделанную работу, за то, что вы все знаете, молодцы, вот. Значит, что хочется сказать, да, дорогие коллеги, те, кто боится обучать своих новичков, да, как обычно, новичок пришел, завел несколько страничек, у него много амбиций, в первый день работы он может найти аж 2 порой регистрации, аж 3, и он так теряется, говорит: боже мой, что мне с ними делать, что мне с ними делать? Не переживайте, после регистрации по любому из вариантов есть инструкции, как работать. По третьему варианту есть целый шаблон переписки с новичком. То есть, когда ваш новичок найдет вас в скайпе, ваш наставник дает вам шаблон переписки с заданиями пронумерованными и видео, как по нему работать. И вы посмотрели это видео, оно идет 20 минут, посмотрите обязательно, да? И у вас что получается?
смотрели повторно. А, повтор смотрели. Ага, хорошо. Да, что у вас получается? Получается, что вы копируете и вставляете готовые тексты. Вы сами еще можете обучиться не до того уровня, до которого обучился ваш новичок. И ваш новичок вообще вас может по росту обогнать, да? По званию может вас обогнать, если он будет более амбициозен, как вы, да? Не как вы, то есть, да? Вот у нас очень часто бывает такое на проекте, что девушка, да, работает 2 на 2 по сменам, регистрирует какую-либо мамочку в декрете, у мамочки в декрете, да, круглые сутки они дома, да, и малыш играет, она там порекрутировала, тут порекрутировала, где-то стоит, да, в магазин, где-то ребенок уснул, она опять, да, где-то ребенок кушает, она опять рекрутирует, да, и в итоге получается, что мамочка в декрете может в легкую обогнать по званию ту, что наверху и работает 2 на 2 по сменам, да, и вообще из декрета не выйти на работу, а открыть расчетный счет банки и вообще не ходить на работу, потому что у нее и так, сидя дома, пойдет трудовой стаж. Так ведь? Вот, всякое бывает, поэтому самое главное, вы должны понимать, что вам доверяют в руки отличное оружие для роста, отличные сопровождения для роста. А самое главное, что все готово, но есть такие наставники, которые сами портят своих новичков, да, раз им дали шаблон переписки, и они дают шаблон переписки, кидают их в чатах новичках, кидают туда-сюда, везде. Что в итоге получается? Вот новичок сегодня пришел, да, и он сразу же получил от вас целиком шаблон переписки. И это бывает очень часто. Он посмотрел, сколько там всего нужно читать, и просто уйдет, потому что ему это не надо. Он запутается, и он понимает, что ему, грубо говоря, кинули кусок информации и бросили, да. Поэтому обучать по шаблону новичку нужно научиться. Поэтому посмотрите видео, как по нему обучать, и у вас все начнет получаться. Ваши лидеры начнут включаться в работу так же, как включились вы. Да, далее, блокировка страничек, да, как самое главное, что мы должны с вами понимать, что странички — это наш с вами расходный материал. Вот как мы, допустим, раньше, вот я ездила на работу, да, я еду туда 20 рублей, обратно 20 рублей, все это автобус, да, это издержки моей работы. То же самое странички, да, это наш автобус, да, добраться до работы, добраться до результата. Наши странички — это наш автобус, наше такси, да. Вот, и, конечно, все равно нужно соблюдать какие-то меры предосторожности, чтобы они пожили дольше, чтобы на страничках думающие люди могли вас найти и согласиться у вас работать, потому что нормальные люди, они всегда по несколько дней думают, а то и неделю, а потом уже только приходят, так ведь? Вот, и такие люди, они лучше всех растут, которые долго думают, да, которые мгновенно регистрируются, обычно и пропадают на следующий день, неизвестно чего пришли, так ведь? То для похудения и здорового питания приходит. Конечно, все есть, Людмила, конечно, все есть. Просите в чатах. Все давным-давно составлено, еще год назад. Итак, одноклассники. Количество дружб не ограничено. И только тем пишем, кто принял дружбу, но не более 7 новым людям. Работать со страничкой не чаще, чем раз в 3 дня. Да? Лучше раз в 5 дней. Далее, ВКонтакте. Лимит 50 дружб, но столько делать нельзя. 20 и не подряд. Да? То есть вы кому-то лайк поставили, кому-то дружбу, кому-то сообщили, и так далее. То есть чередуйте странички, делайте какие-то паузы, да, допустим, вы открыли один браузер, и у вас в этом браузере вбит Facebook, да, Одноклассники и ВКонтакте. И вы поработали чуть-чуть в Одноклассниках, чуть-чуть в Фейсбуке, чуть-чуть ВКонтакте, и так вы можете открывать 3 браузера. А после того, как вы все 3 браузера отработали, ответили на все сообщения, может быть, кого-то зарегистрировали, вы перезагружаете модем, меняете свой IP и заново открываете другие 3 браузера. Да? И у вас получается за день вы отрабатываете несколько страничек, и вы знаете, блокировка бывает очень редко, если работать вот так, да, если работать так. Подскажите, будет каталог по правильному питанию? А он есть. Есть каталог по правильному питанию. Заходите на сайт, раздел «Каталоги». И там вы увидите раздел по бизнесу, печатное, по-моему, или как называется, сейчас минутку, давайте остановимся.
Зайдем на сайт. Так, я сейчас ухожу под своим логином, паролем в свой личный кабинет. Так, значит, мы заходим в раздел «Продукция». В разделе «Продукция» мы смотрим продукты для бизнеса и товары для бизнеса открываем. И вот в товарах для бизнеса у нас с вами есть книги, брошюры, диски, плакаты, наклейки. Так, каталог, журнал, прайс-лист. И там есть все каталоги, которые есть в наличии. Просматривайте их почаще. Вот и есть и каталог Эденос есть. Вот я вижу. Так, каталог продукции, к сожалению, не вижу, но тут несколько страниц. Так, по здоровью пока не вижу, но вот у меня есть один. Вот так, минутку, не туда зашла. Ну, пока нету, да, его нет пока в продаже. Напишите, пожалуйста, Эльвира, в обратную связь и спросите, когда будет каталог в продаже, и вам ответят. Вот, значит, далее, значит, страничек мы создавали, у нас их с вами много, за каталог мы сделали с вами базу работы, да, это делают все лидеры, которые быстро растут, не удивляйтесь ничему, да, то есть я вам сейчас рассказываю правду, как мы начали работать, да, как вы видите, мы сделали директора за 5 месяцев, сейчас девочки делают за 50, за 60 дней, поэтому все в наших руках. Так, все равно надо иметь запас, резерв страничек на всякий случай, на случай блокировки, чтобы у вас охват людей был ежедневный, да. То есть, честное слово, что мы работаем уже полгода с 10 страниц и 1-2 странички только заблокировали, да. Также меняйте название картинок, меняйте русские буквы на английские, то есть работайте так, чтобы текст не был одинаковым, картинки, название картинок было разное и так далее, и так далее. Это все есть в том файлике, который я вам выслала, все эти видео смотрите, изучайте, вот, но все равно блокировка, даже если и будет, ну ничего страшного, да, это расходный материал. Самое главное препятствие, дорогие коллеги, у нас с вами в голове, если честно, потому что когда мы с вами мыслим позитивно и с четкостью идем на директорство, да, то как-то вот все эти мелочи, они куда-то деваются, если мы с вами четко видим цель и делаем действия к этой цели, да. Вот, конечно, я вас прошу ни в чем не сомневаться, работать, усердно трудиться, да, и, конечно, самое интересное бывает, когда вот у меня недавно девушка, да, она вышла на 12% в позатом каталоге, в прошлом она вышла на 15%, а своей веточки у нее нет. Да, там уже девчонки сами по себе растут, я в эту веточку уже никого не регистрирую, они там подружились, умницы, красавицы, растут, все хорошо, а у нее нет своей ветки. И вот она мне пишет, а где мои деньги, да? Вот, смотрите, буквально 2 месяца человек, ничего не делая, вышел за счет наставника на 15%, вы представляете? И говорит, а я денег хочу, да, а денег-то компания не платит тем, кто не работает. Своего-то она ничего не отстроила, да, я ей начала объяснять правила маркетинг-плана, да, и человек вот сейчас начал работать, начала регистрировать людей, приводить людей, она открыла 2 своих веточки, да, по принципу бинарного построения, находит по 1 регистрации в день, регистрирует там по очереди, у нее люди хорошо активируются, и все, и у нее начали приходить денежки, потому что получается-то в итоге так, что если вы не работаете, то вся структура, которая под вами отстроена, она идет у вас в 1 ветку, да, и у вас не получится забрать деньги со структуры наставника, если у вас своего ничего в бок нет. Поэтому работайте, трудитесь, дайте себе 3 месяца интенсивной работы, чтобы у вас все получилось. А для выводов, получится, не получится, надо сделать не 1 каталог, а минимум 3-4. Да, ежедневный рекрутинг в соцсетях по 2-3 часа и плюс сверху посещение вебинара. И все у вас получится. Скажите, есть вопросы по данной теме? Понятно ли я все объяснила? Потому что у нас уже все практически. Нету, да, вопросов, я так понимаю. Далее, значит, ага, все понятно, да? Спасибо, дорогие мои. О, вебинар затянулся у нас с вами. Я люблю так поболтать. Вебинары я веду редко, поэтому я скучаю по вам.
Вот, да, директоров стало много. Итак, значит, если новичок с момента регистрации в течение 3 периодов не сделал и оплатил, не сделал и не оплатил заказы, его терминируют за неактивность по правилам компании. Далее, что у нас с вами? Перерегистрации запрещены, это мы с вами должны знать. Первое – это предупреждение у вас придет. Второе, если вас поймают на этом, у вас будет штраф. Третье – это удаление номера. Поэтому, если вы собрались долго работать с компанией, да, хотите стать драгоценными директорами, работаем честно по кодексу. Также нельзя регистрировать человека, если его близкий, прямой родственник уже зарегистрирован в компании. То есть у вас того человека, если вычислят, тоже заберут. Да, очень часто бывает, что люди к нам сами просятся, да, но а если честно, как узнать, что... Посмотрите видео, как регистрировать человека. Там есть, как проверять перед регистрацией, есть такой человек в компании Фаберлик или нет. У нас с вами есть очень хорошая штука, это сообщество Фаберлик. И прежде чем регистрировать человека, посмотрите видео, его надо посмотреть один раз, и вы будете всегда уметь правильно регистрировать. На года вперед прям, да, то есть, конечно, поначалу видео надо много всяких смотреть, но это же только поначалу, ведь и врачи учатся, и повара учатся, и парикмахеры учатся, все учатся, чтобы зарабатывать, поэтому смотрите обязательно, чтобы у вас все получилось хорошо, и чтобы у вас не было ошибок, вот все, что вам наставник высылает от и до, что-то непонятно, не делайте вид, что вы поняли, не делайте бога ради, обязательно задавайте вопрос. Да, его же регистрируют в одну ветку. Не поняла, а как узнать, что он был в компании? Так, это я так. 4 года, да, на по. Ух ты, я думала, 3 года на повара. 4 стало, да? Ну ничего бывает, да. Вот, значит, регистрационный номер. Технолог, а ну технолог, это уже повыше. Да, мозги надо развивать. Ну и это тоже, да. Кстати, тот, кто занимается умственным трудом, продлевает себе жизнь. Тот, кто что-то новое осваивает, да, вот это тоже здорово знать, что вы продлеваете себе жизнь тем, что вы просто работаете в интернете, осваиваете что-то новенькое. Конечно, дорогие коллеги, все хотят стать директорами. Поставьте плюсики. Да. Телефон, он сам автоматически проверяется. Если лидер на этот телефон зарегистрирован, то там уже пишут, что человек с такими данными уже есть. Он просто не пропустится. То же самое, если электронная почта занята, там тоже она не проходит. Не успевая смотреть и читать. Ой-ой-ой, очень плохо. Путаница. Но это уже его проблемы. Вычислите, напишите в обратную связь на удаление. Если вы написали первое, вам ничего не будет. За это не переживайте. Компания строго не судит тех, кто сам отдает перерегистрации компании. Да, вот у меня очень часто бывают случаи, что девочки говорят: «Ой, я там из другой компании к вам пришла». Потом через неделю после регистрации выясняется, что это перерегистрация. Я пишу в обратную связь, человека удаляют и все. Если я выясняю, я сразу пишу. И у меня с компанией хорошие чистые отношения в этом плане, потому что я никогда никого не беру на перерегистрацию. И вам не советую. Если вы с самого начала заявите о себе как о чистом лидере, хорошем лидере, да, да, то есть о чистом и хорошем лидере компании, о вас, когда вы уже будете на высоком уровне какого-то высокого драгоценного директора, как вы знаете, что старших национальных директоров компании всего два, да, всего два, выше никого еще пока что нету, то, конечно же, это просто здорово понимать, что компания доверяет. Но я всех отдаю до единого. Даже если лидер ревет, не удаляйте меня. Я говорю, ты меня обманула. Да, ты меня подставила. Я все равно удаляю человека, который скрыл. Все равно. Анна, ваш номер не успел скопировать. Отвечать можно каждый день, да. Вот, Мариночка, спасибо огромное за помощь, да.
Ну что ж, дорогие коллеги, работаем мы без начальника, понедельника, будильника. Подгонять, подпинывать вас никто не будет, но у нас свои пинки, да? Есть лидеры, которые у нас по итогам прошлого каталога открыли прям трое лидеров старших звания старших директоров. Как вы понимаете, это круто. Да, это круто, когда вы видите, что кто-то около вас, в вашей команде открывается, да, получает премии, получает новые статусы. Вы должны понимать, что это все реально, что мы рядом, что мы во всем поможем, что мы заинтересованы в вашем росте, да. Ваш рост — это наш рост, и, конечно же, рост ваших новичков — это ваш рост, да, и так далее. Поэтому всегда сами себя подпинывайте, сами себя мотивируйте обязательно, да, выполняйте все рекомендации, что-то непонятно, сразу спрашивайте, самый глупый вопрос — это не заданный вопрос, как мы с вами знаем, да, и последний слайд, хочется сказать, что работа по найму — это так же стабильно, как и наша компания. Мы имеем с вами официальное представительство в 42 странах мира, но у нас есть то, чего нету на работе по найму. Я вот уже давно получаю в десятки раз большую зарплату, чем бы я работала своим там продавцом-администратором, да. Конечно, нас никогда не уволят, если мы соблюдаем кодекс. Бизнес передается по наследству, да, на работе по найму свое место продавца я бы не передала своей дочери, так ведь, согласитесь, да. И, конечно, мы, директора, лично заинтересованы в вашем росте. Не нужно стесняться, да, чтобы вы вышли на более серьезный доход и, конечно же, в кратчайшие сроки. Обязательно все, конечно же, получится, Анжелика, да? Ну что ж, давайте с вами улыбнемся, разрядимся. Вы просидели на вебинаре долго, вы молодцы, вы умнички, прям огромное вам спасибо, что вам со мной интересно, что вы от меня не ушли, да? Давайте, всем пока-пока. Давайте почитайте анекдот, а я пока... Ой, вопросы 8. Так, Аня, расскажи, как я могу зарегистрировать свою жену на мой номер. Нужно сначала вырасти до 15%, а потом написать в обратную связь на объединение, да, то есть подать свидетельство о браке и так далее, Валерий. Так, школа новичка, так, ну все, по-моему, на все вопросы ответила. Спасибо всем за вопросы, всем до свидания, да, улыбайтесь чаще.